Ой, никто так не любил наше правительство, как я. Это что-то патологическое. Это что-то безумное, наверное. Наверное, это неразделенная любовь. Видимо, да, если бы взаимно, я бы почувствовал. Но это не важно. Я влюбился как мальчишка, как пацан. Ну разве прикажешь? Любовь. Ну хоть козла, хоть сволочь, хоть кого. И не важно, как они выглядели. Не важно, о чем они говорили. Мне говорили, посмотри, в кого ты влюбился. Эти рожи, они же не влезают в экран. А эти мысли, это дикция. А я не могу. Я люблю и все, я не могу. Я раньше артистов собирал и космонавтов. А эти появились, я только их обожал, только их. Фотографии все у меня. Сундучок завел, кассетку. Кассетку вставляешь в сундучок, а он говорит голосом главного. А я прям весь таю, а он так серьезно. Обстановка стабилизировалась. Мы вышли на огромные размышления. К 2000 году должна улучшиться улучшение. Падение, улучшение, нарастание, ухудшение произойдут одновременно. Ой! Я слушаю. У меня прямо все. И не важно, о чем он говорил, не важно. Я балдел от тембра, от говорка. Это как ветерок. Он на тебя подует, а ты ему все поры навстречу. А этот любимый мой был. Ой, как я его любил. Вот как он говорил. Центр не отдаст. На местах пусть борются сами. Мы не пойдем на повышение цен на бензин. Малообеспеченные слои останутся с бензином и керосином. Слой с бензином, слой с керосином. Западные банки пытались загнать наш банк в угол. Наш банк раскусил их маневр и умчался. Медь менять не будем. 100-рублевки поменяли, теперь будем менять паспорта, фамилии и фотографии. Это даст нам выигрыш 23 миллиарда, что позволит омолодить население вдвое. Пенсионные книжки пенсионерам будем выдавать по внесении 30 тысяч рублей. Это уменьшит население втрое. Паспорта в 16 лет будем выдавать по внесении 20 тысяч рублей. Даст нам выигрыш еще 20 миллионов. Больничные листы будем выдавать по внесении 30 тысяч рублей. Даст нам выигрыш еще 30 миллионов. При подсчете всех высчетов у нас останется 120 миллионов чистыми, здоровыми, трудоспособными. Значит, квартиры освободятся, жертвы навалом, а к рынку перейдем, когда мы захочем. О, как говорил, боже мой, как он говорил, как я его слушал, сколько мыслей, сколько эрудиций, о, а этот мой любимый. Мы вышли на огромные размышления. В стране наступил момент, когда только слепой не видит, только глухой не слышит. Это же песня. Только слепой не видит, только глухой не слышит, как мы вышли из-за поворота и подошли к вопросу. Ой! Как я его слушал, сколько... Ой, у меня аж мурашки по телу, в затылке покалывало. Самые страшные бандиты расслаблялись. Из них выходила вся дурь, все болезни. А он так серьезно. Мы вышли на решение огромных задач. Нам надо определиться и выйти к решению других огромных задач. Потому что когда это все есть, так оно все тогда и будет тогда. Ой! Неврастенники затихали. Шизофреники замолкали. Самые стервозные бабы замирали. И только слеза в корыто. Бух! А этот... О! Центр не отдаст! На местах пусть повесятся! А мы восстановим связи. Нефть добудем, руду продадим, дизеля запустим. Так, беру управление на себя. Непопулярное решение раз, непопулярное решение два, непопулярное решение три. Так, посмотрим, что получилось. Опять ничего. Опять народ ни к черту. Землю брать не хотят, заводы брать не хотят, только продукты и парфюмерии. Так, беру опять управление на себя. Непопулярное решение ра... Ой, все, устал, иду отдыхать, боже мой. Как я его любил, как он говорил, сколько мыслей. А этот между ними сидел здоровый, молодой такой мужик. Как он молчал. Ох, какие ребятки. С ними где-нибудь на полянке под миндальный ликер и огурчик. Весь бы дом моделей позагоняли бы на деревья и мальчиков, и девочек.
Ах, как я любил. Я дежурил на каждом углу, где они проезжали. Хоть раз увидеть, хоть в чем-нибудь, хоть в машине, хоть в чем. Один раз промелькнул хохолок, профилек, и в матросскую тишину. Как я его любил. Боже мой, птица, солнце, счастье, радость. Ой, орел, перехватчик, я был его добычей, я. Как он говорил, центр не отдаст. О, а этот процесс пошел. О, кого теперь любить, понятия не имею.